Здорово, народ, с вами Имба. В последнее время на канале небольшой приступ ностальгии и обильное количество видео по старой доброй кастомке «Убей босса и выиграй» тому подтверждение. Ну что же, не будем останавливаться на этом и вспомним не менее захватывающую фармакастомку «Создай героя». Приятного просмотра! Снайпер поехал. Чё, почему поехали? Все поехали. Майкл Джексон какой-то, слышишь, прям поплыл только, просто. Только немножечко не в ту сторону. Побежали. Уход задержка. А вот, кстати, с ДК вы мне прям вообще офигенную идею подали. Сейчас попробуем. Чё, в смысле, в прямом? Сейчас будет такой максимальный сплэш. Так, прикольно покупать два предмета, чтобы можно было на себя заюзать вот эту вот фигню. Я тут помогу немного, Валентрон, да? Да. Пожалуйста. Знаешь что, я, наверное, тогда... Пойду им помогу, да. Я так и понял. Лёня, ну а я тебе помогу. Господин вообще нужен, не понял. Я помогу. Тут, в принципе, сейчас поначалу только так. Немного только, опыта. Только помощи. Давайте, ребят, бейте меня, бейте. Чего бы такого... Да. Так, я не знаю даже, что собирать такого. Опа, а вот теперь закончилось. Теперь можно потыкать немного. Кого? Потыкать немного. Ой, никого, погоди, а что? Слушай, а прикольно ты местечко выбрал. Можно я здесь тоже постою? Курьера в прошлый раз кто-то купил или как? Я покупал в прошлый раз. И в этот раз купил, значит. Угу. Да вы, это, слышь, эксплуатация, вы хреновы. Вывод сделал чисто. Давай, бей. Да ладно, возьму. Я просто не знаю, через какие скиллы я вот думаю. Хочу ванпанчманом быть. Ванпанчманом? Мне кажется, пока ты до ванпанчмана дорастешь, ты уже просто будешь ни разу не панчман. Ай, не то заагрил. Страшно. Ой, там пацаны вообще нормальные места фармят. Кстати, вот в этом, в убей босса... Убей восса. Да, убей восса. Просто убей восса, пожалуйста, и выиграй. Ну-ну, извини, мы рофлим. Да не, это... Вот там Акс реально, он, блин, ваншотит крипов. Там на каком-то уровне он просто почти всех начинает ваншотить. Угу. У него получается там... А, там же сейчас сделали обнову, да, там кучу всяких вещей добавили, да, все, я понял. Вещей там не добавляли как таковых, но... Не, имею в виду вещей не в смысле итемов, а всяких там приколюх, новых героев. Не новых героев, там переработали герои, механики, там что-то такое. Слушай, отвянь от меня, а? Слушай, я сейчас... Криты возьму твои же. О, сколько у ДК тут ультимейта? 115 секунд. Слышь, Лёня, сейчас ты пойдешь, блин, покупать эту курицу. Дай на курицу хотя бы нафармлю, блин. Можно помочь, да? Нет. Что значит нет? Я нафармлю их тут. Представляю. Я представляю, сколько я тебе сейчас помогать буду много. Ладно, не буду. Ну, блин, а как мне пройти? Подожди, не бей. О, секунду, то есть дай. Это я хочу. Я пройду. Хочу... Тускара. А блин, я нафармить не могу. Навардить не могу. А я вот этот спот тогда пофармлю. Чё по курьеру? Как дела? Нормально. Подожди, у меня от каждого сплэша срабатывает псиблейд. Интересно. Да, от каждой стрелы вылетает отдельный сплитбойт. Дай предмет. О, хорошо. Кому там хорошо, блин? Мне хорошо. Я задолбался вашу курицу фармить. Нормально, работай. И сразу курица куда-то уехала, блин. Сейчас уедет. Так. Сразу надо определить себе масштаб трагедии, так называемый.
какие предметы мы собираем. Если сплэш, то значит максимальный сплэш. Это ж кастомка для фарма. Ничего не изменилось в этой кастомке. А, блин, меня тут БХ еще тырит. Я что-то пролопатился. БХ? А, это я, значит, написал в примечании к кастомке не трогать БХ. И кто-то пикнул БХ специально, наши ПВ не трогали. И ты такой, так, ты потом нарушаешь правила. Мы так не договаривались. Ну, это тоже. Ой, в смысле, не, парни, я не курю, можно в подъезд пройти, спасибо. Че? Не, ничего не обращаю внимания, я несу бред. Ой-ой-ой, как хорошо работает вот этот вот предметик. Что значит опять? Снова. Снова, да, другой вариант. Ну не опять же. Да? Че по уровню, пацаны? Ой, класс, предмет прям в ноги упал. Лошара. Чё-то идея с ванпачманом меня как-то не радует. Я не знаю, что брать. Ну, хотя... У тебя всегда были гениальные идеи. Я сейчас шучу. Ну, все некоторые хорошо. Были реализованы. Попрошу заметить. Да не, просто... Тут понятно, как это можно сделать. То ж сколько можно сразу фармить? Может взять блинк и пойти где-нибудь встать вообще? Где-нибудь далеко-далеко? Я, кстати, кажется, придумал, как я буду делать. Ну а чё, все остальные не агрятся? Ага, понял. Надо прям агрить. Прям агрить. Угу. Вот прям агрить. О, я вот сюда встану и будет нормально. Правда, псибоидами не буду пробивать. Отвянь ты от меня, дракоша. Сейчас 15 секунд, я не, так не прикольно. Давайте, ребята, я вам путь открою ко мне. Ух, как ему это. Во, вот это другой разговор. Сейчас будет и проходить. И псибоиды пробивать. Боже, псибоиды вообще какая-то тема. А помните раньше, когда мы играли в эту кастомку, псибоиды ж не работали? Если не ошибаюсь. Ну, какое-то время, я помню, они не работали. То есть ты берешь и, в принципе, никаких... Не, я тогда брал, я тогда хотел сделать максимальный сплэш. Парень чисто ново потихоет. Предметы тырит. Тупо жук пришел, предмет стырил и улетел. Не работали, я так... Я хотел как-то сделать максимальный сплэш на ренджевиков. Нормально, согласен. Вот ДК бы еще сюда взять. Ну, ДК кулдаун большой. Вот это не прикольно. И жалко, тут не работает агонимный ультимейт Траксы. Вот это вот вообще самое обидное. Там столько сплэша было. Ну, с другой стороны... Что? Я его взял. Я знал, что не работает. А зачем взял? А там ловкость больше и дает, и шанс шотнуть. Ну, шанс шотнуть, это такое, ты же не забываешь, что у тебя не всех... Ну, не так много слотов под скиллы. И в какой-то момент ты подумаешь, а нахрена я это взял, мне что уже совсем не надо. Поэтому я сейчас абсолютно не спешу брать скиллы, хотя, знаешь, один скилл я очень хочу взять. Так, что у нас здесь у парня? Да какого шанс опять 15, я? Всего 400. А у этой подруги... Так, стоп, разошлись тут. Так, кто а у этой подруги, где она? Кто видит фантомку? Вижу. 565, шанс 15. Ну, поярче будет, поинтереснее. Ребят, можете сходить в мид поубивать? Меня опять насилуют. Кто? Кого? Меня! Вот зачем этот это? Вот. А еще БХ, которого трогать нельзя. Не, БХ можно трогать. А, ну я пошел его трогать. Другого БХ. Ладно, другого пойду трогать. Так, давайте мы вообще никого не будем трогать. Значит, мне эти разговоры уже немного не нравятся. Дай ему попормить! Это не я. Я не ты, я не жадный. Смотри, если сразу начинается. А вот тут кто-то что-то брал? Тут я фармлю. Ты тут фармишь? Да, я и тут фармлю. Лёнь, ну блин, я фармит. Понимаю вам хорошо, ну дайте мне что-нибудь. Там уже один. А чё вы в миду до сих пор делаете? Это ж такая кастомка, где ну в миду надо находиться буквально первые там пару минут. Ого, я ж сам себя услышал.
Так, а если я сделаю, допустим, вот так, вот так и вот так? Ага, и отлично. И меня сразу кинет на дуэль. Ну, давайте подождем, кто там ко мне придет. Придет тот вообще? Ой, пришел, я правда. Я сейчас голды уйду. Я понимаю, что я стою на дизарморе, но мне пофиг. Я выиграю. Не, не выиграю. Либо я супер невезучий, либо баши Войда на дальниках не работают. Кстати, вполне возможно. Вполне возможно, что ты супер невезучий. Шучу, конечно, ты самый везучий человек на свете. Ты ж будешь это по-любому потом смотреть, если я это, допустим, запишу. Ну, так да, что очень-очень очень ты хороший человек, да. У тебя все работает. Что такое, Валентрон? Не зашло? Да не, нормально. Кстати, я хотел кое-что работать. Проверил. Смотри, что. Смотри, что. Подожди, у меня почти ПТ было, как Кискива. И они все как бы в один удар срабатывают. Не, ну понятно. То есть я сейчас. Мы выехали. Я сейчас. Кстати, а здесь сработает, если я, к примеру, возьму ульту, две ульты. Ну, да, сколько угодно ультимейтов бери. Тебя... Я просто так. Хочу таска, и я хочу этого... Да сколько можно? Легионку. Ага, подкоп, монетка. Ой. Ленька, пока. Ой. Ну тогда постоим. Альтруист, чего драться, Данил? Данил, 15 лет. Надеюсь, не пошуй. А то, как помните, вчера на стриме 12-часовом. Кстати, не 12-часовом, а 11-часовом 55-минутном. Ну, это капец. Понятно. Я, блин, когда увидел, что стрим чуть-чуть, короче, вот так вот неправильно. Чуть не по плану пошел. Да, меня стало... Ну, все, не, ну мы ж не деремся. Вставай, мы ж не деремся, мы ж альтруисты. Не надо, отстань. У кого самые хорошие криты? Не, да, альтруист. У кого самые хорошие криты? Ну... Есть такой ЦК, есть такой Джаггер, есть такой ВК и есть такая Мартрейд. А в плане самый хороший. Да, вот я тоже. По шансам или что? Часто у Джаггера. Да, ну там... Джаггер, ВК. ВК 15%. Да. Но есть еще ЦК, у него стабильно каждые 4 секунды. Слушай, я сейчас через 8 секунд хочу к тебе, кстати, подойти, посмотреть, насколько я тебе сейчас ударю. Товарищ. 4, 3, 2, 1. Нет, рано. Звук я себе, наверное. Вот как раз. Ребят, тут Джаггер на дуэли бегает. Он просто бегает. Такой себе. Да пусть бегает, я с ним стоял, просто смотрел на него. Пообщался. Напиши ему, Данил, как твои дела? Все ли у тебя хорошо в жизни? Там, к Черепогу не собирались ли обращаться недавно, а то тут на дуэли не деретесь? Это не я. Эх, жизнь. Моя жестянка. Так, господа, с кем я могу уровни пополучать? Да, пожалуйста, подходи. Тебе помочь? Да, ух ты ж, ёперный балет! Тихо, жить. А, не то юзнул. А не будет они меня бить? А, нет, бьют. Ой, я, о, гост. Шадоу алюмен. Я возьму. Шадоу алюмен, знаете такой предмет классный очень, говорят? Да, вот шадоу алюмен. Не слышали? Это я вот только что придумал новый итем. О, вот это я тоже возьму. Точно. Слушай, у нас, блин, походу просто такие именно пацаны-мусорщики бегают на опыте. Кто пацаны-то? Один бегает, помощник. Один такой, Рикардо. Один такой на целом свете, да. Так, отключить сборку, включить сборку. А, здесь, кстати, как, абуз с ПТ-шкой работает? Скорее всего. Они же ничего не фиксили вообще. А, то есть они на пофиг, да? Да. Сделали просто кастомку, вернули к жизни и все, да? Ладно. Просто чтоб было. Просто чтоб было, я тебя понял. Ты можешь этот баг и пофиксили. Ну просто баг с Леоном остался до сих пор. Баг с чем? Ну с Леоном, с бесконечной ультой, который. Который не наносит урон? Который, да. Ну, баг с Леоном это такой себе баг. Ничего себе, у тебя там итемов уже. А, ну да, конечно, когда тебе не кидать 15 раз подряд на дуэли. Я не удивлюсь, если сейчас опять меня отправят.
Да, пожалуйста, нормально, как нормальная тема. Нормальных пацанов кидает на дуэль часто. Давай, вот, отлично бросил, мне нравится. Продолжай. Сейчас у меня откулдаунится. Да? Тут БХ может быть. Оп, взорвалось. Ну все равно он сильнее. А че он сильнее? 105 руки. А, у него вот эта пассивка. БХ. Поможет кто-нибудь? БХ насилует? Ну так, пока что. 13-16 у нас счет. Неприятно, неприятно. Блин, снайпер уже с критами. Капец, можно меня тоже не будет кидать на дуэль в ближайшие 10 минут? Ага, зря я, наверное, сюда пришел. Так, стоп. Вот накаркал. Ага, кинул на дуэль. Ну а чё ты вот этот лысый, что ли? Всех кидает, тебя не кидает. Ладно, не-не-не, парни, не бейте, не бейте, не бейте. Вот где-то здесь, да, вы перестаете меня бить? Ага, там еще и лоу-граунд каким-то чертом. Давай дальше буду отходить. Там хоть все бегают, парни, или только вы? Ага, я тут не один еще такой, да, фармила? Убить меня решили, удачи. Да не, снайпер... Да ты серьезно, сколько можно? Дайте пофармить, я хотел записать кастовку, где я хожу, фармлю. Не удалось. Так. То... Влад, ну я тебе вообще не мешаю. Тут. А. А, он на самом Привет. Хаге стоит, короче. Как дела? Он на самом хаге стоит. Я тоже. А, дизарм. Ну да, сразу дизарм. Там уже и МКБ. Не, ну пацаны, наверное, вообще не фармятся. Их вот просто по кулдауну кидает на... Спасибо. Их по кулдауну кидает на дуэль, да, вот именно это с ними происходит, потому что, видишь, они такие ни разу не выфармлились. Ладно, я не ною. Сейчас поскидывают мне песню Азамат Мусагалиева в комментариях. А, у меня же гост был, ну там не помог бы, кстати. Как думаете, кого сейчас на дуэль кинет? Не знаю, но я убиваю кого-то. Да, кого ж может на дуэль кинуть? 15-й раз подряд сегодня ж, вот просто бывает такая вот канитель. Угу. В, везунчик. Да-да-да. Я сказал нет, ну ладно. Фига у него там реген нормальный, слышишь? Всего... Ваня, ну хоть мелких-то оставь, пожалуйста. Пятый раз подряд дуэль. Ребята, а можно мне, пожалуйста, где-нибудь тут поближе крипов немного оставить? А то я не успеваю до них доходить между дуэлями 8 секунд. Может, мне надо стоять фармить крипов, чтобы меня не кинуло на дуэль? Так, я фармлю. Я просто фармлю, максимально фарм... Ой, чё я отсюда? Давай, бей меня, больше. Давайте, стрик дуэлей. Лустрик. Давайте вместе посчитаем, сколько раз Лондон правил на дуэль. А может мне надо выиграть? Да. Дай выиграть. Ладно. Я не могу. Ладно, 20 секунд, пацаны. Я успею дойти до грипов и выформить хотя бы несколько из них. Я смотрю, тут прям красную дорожку мне проложили, да. Ай, быстро. А если я буду мертвый? На момент дуэли. То есть меня все равно возродит, наверное, конечно, и кинет на дуэль. Ну, что-то работает. Так, гост нажал. Я не смог нормально проверить, как это работает. Кого я убил? Да ела мне стоять. А меня обратно кинул, не получилось тпшнуться. А, только хотел написать, угадать, кто. Дезертирство! Ай, капец. Седьмая дуэль. Мне везет. Мне тоже. Ты кто такой? Сейчас просто на мне стрик набьет. Ребят, ну дайте пофармить крипов. Иди-ка сюда. Он джаггер. Не, мне крипы нужны. А я сейчас просто пойду умру от босса. Чтоб на момент дуэли быть мертвым. Убей меня, скотина! Нет, на дуэль, бам. А, и не меня на дуэль кинула. Да.
Класс! То есть, мой первый шанс пофармиться обернулся фиаско. Типа игра такая сказала, ну ладно, ты уже, наверное, много раз на дуэли был. Давай кого-нибудь другого кинем. Отдохни. А, так ты не хочешь отдыхать, ты хочешь таверне посидеть. Тогда давай мы на следующую дуэль опять тебя кинем. Твари. Жалко. Люблю, ты не уважаю. Так, я пухом. Пацаны, угадайте, кто? Я. Иди, иди. Не дадут. Дай. А что дать? Да капец. Я просто тупо не могу пофармить. Что за хрень? Да, почему он? Фер нормально. Меня аж поперек горла что стало. Кто всех крипов выфармил? Я сам только сюда пришел, на меня нет. Снайпер, ну ё-моё. В смысле? Ты ж где вообще? Я ж тебе говорю, дайте пофармить. О, ура, не меня. Мало ли, может, тут какой-то есть секретный секрет. Точно? А, ну там пацан вообще ни разу на дуэли не был. Ну, логика, да. Был бы тут Артём, он бы сейчас так горел с этого, мне кажется, вместо меня. Артём, гори. Угу. Ясно, причем. Гори, ясно, что угу. Что типа того. А где крипы? Фармила 3000. Кто там все выфармливает? Да вон на снупере. В смысле, я вообще не у вас стою. Да вот там-то и дело, что ты тут уже не стоишь, потому что тут стоять ничего нету смысла. Снайпер, мне будет потом нужна твоя помощь. Окей. Я сейчас качаю ульту легионки. И мы с тобой пойдем помогать мне мою страту реализовывать, потому что я пока сам немножечко так отстаю. Капец, мне даже ТПА вот не помог. Да, о, все, я пошел. Я пошел. Привет. У меня сейчас в голове музыка заиграла, это привет, ту-ту-ту-ту-ту. Привет. Привет. Не-не-не-не. Не, ну те, кто знает, тот знает. А привет, Андрей, не знает, что ли? Привет, Андрей. Андрей не знает. Андрей не знает. Андрей, знаешь? Может, Андрей игра психанула, что я на там где-то 10-й минуте или на какой пошел сварков фармить и сказал, да не охренел ли ты, парень, иди подерись на дуэли, а то какой-то слишком сильный стал. Тихо. Дуэли, да, и хорошо, что ты. На полпачки просто. Так как бы так стать, чтобы этого... А, ну в принципе пока вот тут... Ой, о, хотя не выжил, ой. Да ладно. Ну это сюда нет. Нормально что-то получается, да? Так, тактика One Punch может быть сработает. Точно? Ну я сейчас ДК на полпачки с одного удара просто, как бы... Вот это ты крутой. Но мне это надо еще... Ой, круто. А у меня возможно... Нет, зачем я его загрел? Где, говоришь, фармишь ты? На снайпере. Я в стак один, в стак. Я даже туда дважды бегу, видишь? Может как-то стать по-другому? Во, вот тут нормально, кстати. И не пробивает они меня сильно. Вроде бы. Да, успевает регениться. Ну, в какой-то момент я какого-нибудь сварку убью. Получу немного опыта. И уровня. Парни а чисто и... по одному подходят, тут мне люлей развешивают и уходят. Так, о, да, я убил потом... сварка. Мне надо будет потом МКБ резко сделать. Пожалуйста, пойди в другую сторону. Нормально. Ты мой фарм тыришь. Фечка, не дофига ли ты там на себя взял? Больше лучше. Больше лучше. А жив, выживешь? А тут что, крест не работает, что ли? В смысле? В прямом смысле. Крест дазва? Да. А, да черт его знает. Он работает, шок. Он тупо не вешается, короче. Ребят, у нас тут этот, если что, так, держу в курсе, как его, назовите. Давай, человека. Давай, мы верим в тебя, ты сформулируешь мысль. У нас тут этот, если что, а... Я пытаюсь вспомнить. Вы поняли. Ну да, да, вы, да, короче, ну вы поняли, но этот... Сейчас, как там? Да.
Звук такой интересный сейчас был. Вот, Влад, как надо не мешать фармить, смотри на меня. Я фармлю думов. А, ты вот так вот решил, да? Ты думов фармишь? Да. А, ты так решил. Чё, кстати, аганим как-то помогает тебе? Логично, я бесконечно летаю. Не-не-не-не-не, аганим под ультимейт траксы. Не работает все-таки, да? Не обманули? Да нет, вроде. Что да нет, вроде? Да нет, не работает или да нет, не работает? Это что такое? Куда они? Лёня? А, там Лёня вообще сейчас полкарты фармить будет одной кнопкой, наверное. А нет. Пока нет. А что, в планах есть такое? Попробуй. Фармить всю карту? Да и у меня же ультра-рма будет. Полетает. Да ёпта. А как иногда стрела летит вот вперед? Так странно, она... Не пойму. Так. Ты кто такая? А если, допустим, я возьму что-нибудь еще, какой-то интересный скилл, который дает сплэш вот такой вот. У кого еще есть такой хороший сплэш? На ренджевика. Опыт хотите получать? Получайте. А можно я попробую вот так вот сделать? О, у Сефа два скилла, и Сефа. Не, у меня два спот, слота осталось. Наверное, будет один под БКБ, второй под какой-то контроль. Сколько? Посмотри. Тебя найти надо сначала вот это вот. Так я около спавна. У нас фармят. Сейчас посмотрю. Ну, а через рейдж. Ну, как бы мне этот рейдж... Рейдж не, вот рейдж классный, тебе, я же говорю, нужно будет один под ВКБшку, а второй под что-нибудь еще. Блин, мне не нравится, что у меня не работает спелл. А крест который? Да. Я сейчас еще же скилл поинт в него этот. Ну да. Ну видишь, тут есть такие приколюхи, что что-то работает, что-то не работает. Написали бы хотя бы подпись добавили. Может, конечно, ультимейт ДК взять интереса ради. А сколько у него длительность? Снайпер пришел просто это. Застелил такой, эх, ушел дальше. Раз в две минуты прожимать. Ну такое. У меня урона еще не хватает. А, я понимаю. А таланты тут нельзя покупать, да, получается? Нет, талантов нету. Сбрил, нормально. Ну там сильно их не убивайте, а то счет-то уже 41-33. А, да? 3-11-3, Влад, я сильно не убиваю, если что. Не, я, по всей видимости, снайперу сейчас говорю. Ну да, 19-2. И Лёне. Чем вы там занимаетесь? Чего вы их так убиваете жестко? Я не знаю, что делать. Я что-то хочу собрать. Что-то хочу собрать, но не забыл. Я вспомнил. Ну, привет. Привет, Андрей. А, у меня нет... Я, ну видишь, 27 минут, блин, у меня ни хрена ни итемов нету, ничего. Ну, уже поинтереснее как-то, знаешь. О, я еще убил. А, тебе помочь? Что? Убивать? Да не, я нормально. Ой, ой, тут не то. Вот, Лёня. Это не то немножко. Спасибо, теперь он на меня агриться будет. Он на меня. Главное, не стрельни в него, Медуз, пожалуйста. Ты по моим образу стреляешь. Я по твоим? А, ты тоже тут фармишь? А вот здесь вот не фармится, да, вообще никак? Ладно, знаю я одно местечко тут такое хорошенькое. Ура, Лё... Можно я пройду? Ай. Ну ты сильный. Ты был убит. Кто сильный? Да Сларк какой-то мощный был. А есть тут такие некоторые. Сейчас мы вот так вот сделаем. И вот так вот. Во, все, и теперь они подходите по одному, парни. Я нашел свое золотое место. Жиза. Угу. Не понял. Лёня! Я пройти. Вот это вообще тема. Пройти? Ты все зафармил. Надо. У тебя кнопочка выключения там есть. Теперь хорошо.
Так, можно пока подумать, чтобы еще такое по предметам собрать. Это кто тут пришел? А, показалось. Так, бабочка есть. Уже хорошо. Можно диффуза немного апнуть. Сколько получается на такие диффуза надо? О, нормально так. Кого? Все равно так сложно их пробивать, я прям в шоке. Ничего не понял, что на самом деле есть у меня одна безумная идея, и я даже не знаю, как это работает. Песку. Господи, что там за трэш? Сейчас я, короче, сделаю вообще ход конем. Так, вспомню, вот так. Вот так мы сделаем. Месяц отлагает. Stone of Decay, а, понял. А ты снайперов, о, этих? А, это Лёня просто фармит. Что, я начал фармить только. Мы сейчас превратимся в милишников. Фармить хорошо. Не, я сейчас буду прям вообще мега фармить. Только надо будет оставить, ну, получается, под рейдж слотик у нас и остается нормально. Я думаю, надо взять Хукпуджа. БХ, привет. Я не знаю, что тебе делать. А что это такое у него? Имеет 15% шанс покалечить противника. При атаке наносит 25 урона от текущего здоровья противника в секунду. Ничего себе. Скорость передвижения 25%. Фига себе предмет. А, он БХ, короче, такой чисто ходит. Угу. Mm-mm. Это так не работает. Мне кажется, у мультикаста очень хорошие шансы тут. Про какие-то имбалансные, а не тут. Мультикаст? Тут есть мультикаст? Да, есть обра. Там mm-hmm. шанс, про вообще не знаю, какие-то сладкие. Господи, у меня кошка сидит, стучит. Ну что за фигня? Кошка в окошке? Угу. В окошке. Чё такое вас собрал? Что? Чё ты такое собрал? Да чё-то непонятное пока что. На дуэль бы поменьше кидал, я бы уже давно реализовал эту всю фигню. Это уже даже не смешно, честно. Он, кстати, жесткий. Кто, Джаггер? А, там мясы, бабочка. А, ну так слышишь, у него предметы, смотри, какие. Я по нему просто не попадаю. Абсолютно. Сейчас я доформлю вот эту херню. А кто тут сра... А, тут ДК с радиком. А, вот это, кстати, очень сильный радик. Так, продать. Ну, пойдем теперь попробуем. Что у нас получится? Ну, допустим, я вот сюда тычечку хочу дать. Ух ты ж, ёперный балет. Как это сейчас было красиво. Пожалуйста, не кидай меня на дуэль. Я так хочу пойти с Ларков попробовать. Капец. Ну, в чем прикол? Давай уже добивай. Мне вот просто интересно, а, ну, в принципе, все мои смерти это были на дуэль. Меня 11 раз на дуэль кинуло. Снайпер, сколько тебе кинуло раз на дуэль? Раз 5, наверное. Раз 5. 11. Так ты причем доминируешь, фармишь, у тебя 22 на 1. А, может тех, кто слабее и кидает на дуэль? А, да, Джаггерт у них очень слабый. Я прям так вообще тоже. Тоже верно. Меня не кидает. Какая-то непонятная система.
Отлично. Если продать, ой, аганим, лучше, чтобы его съесть, он будет работать? А вот фиг его знает. Да, я даже не подскажу. Может попробовать думлингов, хотя мне кажется, они меня развалят. Ну, что-то получается, кстати. Что так больно? Собака! Простите. Почему это так работает? Чё, блять? 13-й раз дуэль. Я у меня не горит. Это... Что? Немножечко в ахуе. В ушах звенит от моего крика или что? Да нет, я просто в ахуе. Что, меня на дуэль кидает или у тебя там свои какие-то движухи? А я что-то не понял. А что так? А, ну там... А, ну там смерть, второй дизольф. Пожалуйста, не кидай меня на дуэль, я... Спасибо! Ребята, где противники? Я полетать хочу. Не надо ну, убивать здесь. Только. Именно, мало осталось. Да, здесь там... Газ. Чуть-чуть. О, таймшард. Глиммер кейп. Попродавать предметы. Мне очень так скорости так не хватает. Хоть убей. Это а можно было не продавать, не в принципе. Не тратится мана. На что не тратится? Мана не тратится, смотри. На полет? Да. О, прикольно, слушай. У меня давно мана уже не было. Ой, тихо, парни. Все нормально, все хорошо. Угу, ладно. Сейчас тогда отсюда прорубим. Кто там убивает? Видите дровку? Бедная дровка. Не трогай ее. О, ну, прикольно. Не прикольно. Специально слезу, чтобы не упасть? Не, так получилось. Сейчас мы куда-нибудь вот сюда станем. Дровка не помогла. Так, дайте мне кого-нибудь проверить. Сейчас 3 секунды. У меня вэри лагает 10 FPS, 12. Нормально. Подошел. А, там Леня просто фармит. Леня. Хорошо фармится зато. Да, поддерживаю. Только мне не фармится что-то. Не, ребята, они что-то пытаются типа выигрывать. Да это уже просто трешак. Ну, я 40 минут играю в то, что умираю на дуэлях. Умираю на дуэлях, пытаясь дойти до спотов фарма и опять умираю на дуэлях. Ну, понятно. Так вот. Дуэль какие-то поломанные, походу. Не, оно всегда так было, но мне, честно говоря, я не помню, когда все раз так везло. Леня! Это я. Или Леня. Кто? Не, ничего не в бане. Инвизы не в бане, да? Ну ладно. Да вроде нет. Кто слушай, ну в при... Да это я, у меня там псибоиды летает, как ненормально. Ой. Пролетел по нему, что ли? Я это же не увидел. Вот я хочу пойти сейчас на сварков, у меня сейчас на сварков вообще будет максимально... Кстати, друзья, если вы хотите покупать игры дешевле, чем в Steam, то хочу напомнить, что у меня есть официальный магазин игр. И пока вы смотрите это видео, я еще ненадолго продлеваю акцию, по которой у вас есть шанс получить Red Dead Redemption за 369 рублей, а GTA 5 за 189 рублей, или же побегать в Overwatch и PUBG за смешные 199 рублей. Дерзайте по ссылке в описании, пока длится крутая распродажа игр на ImbaShop.